Объясните, ради бога, что там произошло? Почему мы не могли пройти? Мы объясняю, как человек, который был в гуще событий. Да. Изначально. И я там был. Изначально уже власти готовились к провокации. Они увидели, что людей пришло больше, вместо того, чтобы организовать нормальный проход, больше рамок поставить, освободить проходы на Болотную площадь. Они вместо этого еще какие-то оцепления выставили. А какие там рамки? Люди уперлись в эти оцепления. Они не поняли, в чем дело. Не могли пройти. Началась паника, давка. Пришлось садиться на асфальт. Потом какие-то люди, я не знаю, кто эти люди были, в масках. Это не наши были сторонники. Дымовые шашки полетели. Началась давка. Я счастлив, что никого не затоптали, но это ответственность властей. Они видели, сколько людей, и создали такие узкие проходы. Слава богу, что не было давки. А дальше вы сами все видели. Незаконно прервали митинг, отключили звук. А почему мы... Людей утащили со сцены. Скажите, а почему мы, сорвали рамки? Пройдя рамки там на Октябрьской, почему мы не могли так же дальше идти и зайти на эту Болотную? Почему? Почему там какие-то опять рамки? Я только что объяснил. Вот из-за действий властей, которые создали препятствия, там были рамки, ваши ошибки, цепи. Заявили 5 тысяч. Иногда приятно так ошибиться. Почему заявили 5 тысяч? Серега, мы с тобой! Мы все вместе.